Всем привет, друзья! Сезон уже вот-вот откроется, и в связи с этим обостряется активность мошенников, которые создают липовые сайты, заключают договора, выставляют счета, берут предоплату за технику и исчезают. Чтобы не попасть на уловку подобных мошенников, при приобретении мини-техники Scout в частности, советую вам звонить по номеру, указанному на экране, и уточнять ликвидность того или иного дилера. Но возможен также и другой вариант, что вы приобретаете новый мини-трактор, он стоит перед вами, и на нем даже есть надпись Scout. Будьте особо внимательны, так как это тоже может оказаться обманом. Вот как раз про то, как отличить оригинальный мини-трактор Scout, какие основные отличительные черты и особенности он имеет, я как раз и хотел бы рассказать и показать в этом ролике. Итак, начнем. Все мини-тракторы Scout комплектуются гидравлическим распределителем с четырьмя режимами. Нейтральное положение, принудительный подъем, принудительное опускание и плавающий режим. Именно на плавающем режиме гидрораспределителя выполняются все работы по обработке почвы, будь то фрезеровка почвы, вспашка и другие. Единственное, по моделям мини-тракторов Scout идет отличие по количеству секций гидрораспределителя. Например, в Т15 и Т18 двухсекционный гидрораспределитель, а в Т25 трехсекционный. Все мини-тракторы Scout оснащены механическими коробками передач с планетарным дифференциалом, который способствует минимальному радиусу разворота и уменьшению стирания покрышек. Думаю, не нужно объяснять, как работает дифференциал, и что будет, если он отсутствует вообще. Проверить наличие и работоспособность дифференциала можно, и делается это примерно вот так. Запатентованный подъемный редуктор трактора Scout. Он передает вращение шестеренчатого вала отбора мощности на навесное оборудование, а именно почвофрезу. Скорость вращения шестерни отбора мощности меняется в зависимости от включенной передачи трактора. А ее привод от коробки передач осуществляется износостойкой двойной цепью, расположенной в закрытом корпусе. Усиленный кожух защиты ремня, а точнее кожух, защищающий оператора от приводных ремней трактора. Этот кожух крепится как к полу с двух сторон, так и к заднему ребру жесткости. Также его особенностью является и то, что верхняя часть кожуха приподнимается кверху, ближе к концу. Это сделано специально, чтобы при подъеме навесного оборудования, приводимого ремнями, будь то косилка или картофелекопалка, ремень не задевал кожух. Тракторы Scout способны работать с передним активным навесным оборудованием, роторной косилкой или подметальной щеткой, без переделок капота, так как капот не мешает ременному приводу от шкива на маховике двигателя. Тракторы Scout способны производить посадку, междурядную обработку и уборку технических культур за счет регулируемой колеи. Задние колеса могут раздвигаться по полуоси, а вот регулировка колеи переднего моста производится за счет раздвижения балки, которая выполнена из металла толщиной 4 мм. Верхняя часть телескопической балки имеет форму полукруга, что усиливает жесткость конструкции. Это важно, ведь при использовании передненавесных орудий, а также фронтального погрузчика, нагрузка на нее возрастает. Не стоит забывать и про двигатели тракторов Scout. Они достаточно сильные, выносливые, надежные и имеют чугунную гильзу цилиндра. На двигателе обязательно присутствует фирменная заводская табличка с техническими характеристиками и заводским номером, нанесенным ударным способом. Кстати, двигатели, устанавливаемые на тракторы Scout, прошли динамические испытания на стендах Аграрного университета Санкт-Петербурга, при которых выявлена фактическая пиковая мощность, рабочая температура и другие параметры. Ссылку на видео с данных испытаний я оставлю в описании под видео. Тракторы Scout оснащены пожаробезопасным вертикальным глушителем, который выводит выхлопные газы вверх,
не воздействуя на обрабатываемую почву и культуру. Также такие глушители безопасны при выполнении работ по заготовке сена. Достаточно комфортное и удобное кресло оператора имеет пружинную опору, которая снижает вибрацию и тряску, за счет чего снижается утомляемость оператора. А регулировка по росту оператора дает возможность подобрать удобное положение для управления трактором людям с разным ростом. Педали управления имеют удобное расположение и не задевают за крылья и кожухи при нажатии на них. Кузовные детали тракторов Scout имеют достаточно качественное лакокрасочное покрытие за счет того, что перед окраской проходят пескоструйную обработку и грунтовку. На капоте, крыльях и корпусе коробки передач имеются объемные надписи Scout, на которые тоже необходимо обратить внимание. А на тракторах Scout Generation 2, которые поступили в продажу с начала 2019 года, присутствует еще и объемный стикер на капоте. Друзья, вот я и перечислил основные особенности оригинального трактора Scout, которые отличают его от других тракторов подобного класса. Поэтому, если вы собираетесь приобретать мини-трактор, то обратите на них особое внимание.